Официально Минск и Москва подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах на Балтике. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Объем около 10 миллионов тонн. Договор предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Действие документа рассчитано до конца 2023-го с возможностью автоматического продления. В белорусских городах начали перепрофилировать больницы для приема плановых пациентов. В Брестской области в привычном режиме заработали клиники в Драгичине, Пружанах и Столине. Еще по три в Витебской и Минской, две в Могилеве и одна в Гродненском регионе. Больных, у которых выявят COVID-19, направят в межрайонные центры. В Беларуси подорожало автомобильное топливо. С сегодняшнего дня цены выросли на 1 копейку. Теперь литр 92-го стоит 1,73 рубль. 95-е дизельное топливо 1,83. 98-й 2 рубля 5 копеек за литр. Белорусов приглашают принять участие в республиканском диктанте по родному языку в эту пятницу. Приурочен он к международному празднику с тем же названием, который отмечается 21 февраля. Попробовать свои силы можно в Центральной научной библиотеке имени Якуба Колоса, а также в формате онлайн. Необходимо лишь пройти регистрацию. Ясно и холодно, такая погода на неделе будет в Беларуси. На дорогах по-прежнему скользко. Водителям стоит быть предельно внимательными. Днем в Бобруйске ожидается до минус 10, в основном без осадков. Кратковременный снег только в среду и четверг. Также прогнозируются ночные заморозки, местами до 28 ниже 0. Стабильный минус сохранится и в выходные.